анонс и точку выхода третьего сезона сериала «Дельфин». Премьера новой части сериала стартует 27 мая на канале НТВ. В новых сериях мы увидим, как Андрей Кораблев все-таки остается в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный кукловод, который держит в страхе весь Черноморский регион. К радости полковника Бухтового, он устраивается оперативником ВВД Южноморска, расследуя различные преступления, связанные с жизнью Белой Бухты и ее обитателей. Кораблев стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят. Основные улики указывают на морской порт. Его капитаном служит друг детства Кораблева, который с энтузиазмом откликается на просьбу Кораблева о помощи. Ко всем потрясениям добавится гибель Степаныча. В этом горе поддерживать Андрея будут Дельфин, Васька, Инна и ее сын Данька, с которым у него складываются теплые отношения. Премьера третьего сезона сериала стартует с 27 мая на НТВ. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.